Всем доброго времени суток! Сегодня будет такой маленький обзорчик на набор сервировочный для сыра. Мы с вами вместе распакуем и проверим, как он функционирует, как работает. И выводы сделаем. Смотрим. Не выключайтесь. Показываем. Написано набор для сервировки сыра с тремя ножами и вилкой. И состоит из двух частей. Здесь имеется шурупчик, я так понимаю, будет раздвигаться. И мы будем наблюдать, там должны быть ножики. Ножики, похоже, продаются в Фикспрессе. Сейчас мы посмотрим. Кстати, я в Фикспрессе тоже купила. Сейчас распакуем. Да, выполнено это из бамбука. Бамбук и нержавеющая сталь. Да, кстати, забыла вам сказать. Вещица тяжеленькая. Вот так, да, сейчас... Вообще такие люблю вещи, вот обожаю. А данную вещь вы удивитесь сейчас, мне купил муж. Он знает меня. Люблю такие вещички. Ну что, вот открыла. Сейчас будем ее. Ой. Смотрите, отодвигается. Ой, какая прелесть. Как игрушечная. Ну, для чего мне? Вот, например, вот такую вилку. Да, она называется вилка. И очень хорошо, ну, сервер, вот для, когда ты под, я буду подавать на стол нарезку, ну, там, может, и сыр, и колбаса, очень удобно. Взял и положил себе. Ну, шикарный наборчик. Все попробую, испробую. Вот это все для сыра. И закрывается. О, как здорово. Вот так, так нет. Здорово, как шкатулочка. Сейчас поближе вам покажу. Во-первых, очень приятная, но все-таки же натуральный материал. Ой, посмотрите, какая красота. Красота. Мало места занимает. И вообще вот гостей можно удивить. Ну, вот таких раз, вот сравните, вот моя рука, вот. Мне очень нравится. А как вы относитесь к таким вещам? Пишите. Ну, раз я вам показала вот этот набор, показываю набор из Фикспрайса. Вы, наверное, видели. Вот продается. Еще не вскрывала. Сейчас посмотрим. Какого качества. Ну, вот это видно. Видите, как всегда. Фикс прайс. Ну, я попробую. А, это приклеилось. Отмою. Вилка. Нож для мягкого сыра, я так понимаю. И нож для твердого сыра. Ну, достаточно. Это просто приклеился картон. Сейчас сравним с этим набором. Вроде бы по размерам, да даже по цветовой гамме. Смотрите. Ну, нет, немножечко этот меньше. Ну, такого ножа нету. Так, достаточно. В принципе.
Ну вот смотрите, какой у меня получился большой-большой набор. Этот набор в магазине куплены в грошике за 29 рублей, ну почти там 30 рублей. Но смотрите, тут же такая подставочка имеется, то есть нарезал сыр и разложил. А этот набор из фикс-прайса и ничем, в принципе, не хуже. Видите, тут такой нож. Сейчас испробуем, как они режут эти ножи. Но надо их помыть, прежде чем нарезать продукты. Все, ножи помыла. Да, я вам забыла сказать. В прошлом году от Алиэкспресса пришел мне вот на рекламу тоже такой маленький хорошенький ножик. Вы знаете, он ему уже больше года. Немножко тут, видите, потемнел. Но я стараюсь, конечно, когда мою, вытираю. Работает очень хорошо, исправно. Вообще шикарно. Так, ну что, приступим. Сыр у меня есть. Сейчас попробуем нарезать. Какой нож лучше справится, или они все одинаково. Так, беру нож с этого набора, что с магазина. Попробуем. Ну, справился. Так, сейчас посмотрим, что, как этот будет резать. Ну, этот, я даже не знаю, для чего. Может, наловчиться надо будет, не знаю. Ну, вот, вроде бы так. Ладно. Это интересная форма ножа. Ну, режет хорошо. Ну, вилочка это... покушать нам. Так, эти ножи, в принципе, нормально справились со своей задачей. Берем из фикс-прайса. Ну, как-то, не знаю. Нет, мне что-то не нравится. Это, наверное, для мягкого сыра. Да, это не для твердого. Вот для твердого. Ну, это хорошо. И вилочка. Так что, в принципе, советую приобрести. Во-первых, очень мимично, красивенько, необычненько. А на этом все. Я с вами не прощаюсь. А всего лишь говорю вам пока-пока. Очень довольна. Можно для подарка. Смотрите, какая прелесть. Вообще так замечательно вообще. Ну, кто такие вещи любит. И осталась, в принципе, довольна от магазина Фикс Прайс.